Хотя... Давно у вас аппетит? Да, уже неделю. Уже? Да, каждый... Не, уже неделю точно. Ну, получается, как у меня вот садик и ребенок. Каждое утро по потемкам, да, вот так вот? Да. А потом вечером я вот это вот, да, его здесь вот, вот в таком состоянии вот так ставлю. Ладно, я с ребенком. У нас тут половина бабулек живут. И делать никто ничего не хочет. Вот элементарно они вчера стояли. Просто стоят, да, вот. Ну а что, стоят, они в телефоне там сидят, играют там. Ну, у них команда какая-то. Приехать стоять сначала или приехать ждать команду. Вот так вот уже вот, на протяжении недели они все стоят, вот туда там по полдня. А потом и целый день вот был такой, что один тут, другой там, и вот они целый день стояли.